Череповце начали работу девятые таисинские образовательные чтения. Тема этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Чтения посвящены подвижнице благочестия игумении Таисии Солоповой, настоятельнице Леушинского Иоанна Претеченского женского монастыря, много потрудившейся на ниве духовного образования и просвещения. В ходе таисинских чтений состоится работа нескольких секций. 28 ноября с 18 до 20 часов секция «Древние монашеские традиции в условиях современности». 30 ноября – секция «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся».